Во время интерактивной игры преподаватели Центра Покрова разговаривали с учащимися о важных вещах, которые так или иначе касаются каждого из нас – любви, браке, взаимоотношениях. И вместе с ними пытались определить ингредиенты семейного счастья. Для молодых людей эта тематика достаточно актуальна, ведь они вступают во взрослую жизнь, и важно донести до них ценности, которые помогут сделать правильный выбор и избежать разочарования. Мы рассказываем о семье, о вообще о том, что такое ценность личности, о том, что такое жизнь, смысл жизни. И основывается это все на нравственных ценностях. Чтобы они все в силу своих знаний, в силу своих собственных мыслей, идей поделились с нами тем, что им важно, то, как они понимают эти вопросы. Занятие в художественном колледже прошло в рамках проекта, который реализуется во многих школах и учебных заведениях города. Преподаватели получили от учащихся обратную связь. Они с интересом выполняли задания и активно поддерживали диалог. Интересные вопросы, интересно послушать мнение каждого, ну, как мне лично. Мне интересно. Я считаю, что для молодежи на данный момент эти темы очень важны, так как узнаешь что-то новое, что-то приобретаешь, какие-то там знания, навыки, думаешь о чем, ну, как будет твоя строиться дальше жизнь. Как показывает практика, большинство ребят верят, что можно создать крепкую и благополучную семью, говорят специалисты. Главное понимать, над отношениями нужно работать. Людмила Любинцева, Владимир Гребеневич, Бобруйск, 360.